Так, ладно. Снова здравствуйте, дамы и господа. Вы просили, мы внемли, и теперь я не один. Джемыч, здорово. Как у тебя делище? Ты уже тут или еще не тут? Да, я уже тут. Всем привет. Четко, четко, да. Скажи что-нибудь, чтобы я тебя сразу чуть-чуть... Здравствуйте. Ох, ты Да. Дамы и господа, все наблюдаем четко за матчем Гамбит против команды Flowers. Я так понимаю, это который... Это Тимур Dota 2. Они почему-то решили с сегодняшнего дня, что они теперь цветы. Да, странно. Ну, видимо, решили переобуться прямо в ходе квалификации, но могут себе позволить. Да, и квалификация именно на мажор. На Чингду, между прочим. Начнем с того, что была сегодня команда, которая квала на мажор поставила... Меньше приоритет, да. И она такая не одна, там еще в Северной Америке тоже ЕГЭ получили Техвин в первой серии, потому что их соперники просто, типа, ну, решили, что ну их нафиг. Ну, типа, зачем пытаться проходить, да. Ну, окей. Всего лишь квалы на мажор. Да, сегодня я наблюдал уже за одной картой, правда, всего лишь Гамбит, и как раз-таки по той причине, что там было до конца непонятно, кого пускать нас на студию. Но, мягко говоря... Я бы вас вообще никуда не пускал. Возможно, это было верным решением от тебя, но, увы, работать надо, как бы. Ну, понимаю. Да, и, мягко говоря, игра там была, ну, не самая простая. Они играли, по-моему, с Positive Guys, и Positive Guys первого взяли, по крайней мере, при мне, а вот второй я не успел посмотреть, к сожалению, вот. Ну, а тут, в принципе, такой довольно тоже интересный стак получается у команды Flowers, седой... Барабаны, Экнарт, Годдам и так далее. Ну, я только седого Годдема, наверное, знаю. В смысле, как? Откуда? Почему так мало-то? Ну, вот так вот. То есть, смотри, Экнарт, ты должен знать, потому что он играл в той самой 200-минутной игре. Угу. Ну, как минимум. Может быть, да. Барабан ты должен знать, потому что это Серега, и Серега играет... Блин, барабан, точно, барабан же постоянно играл. Ты его как минимум должен увидеть во всех этих ланах. Квалах, я и не квалах только. И всему прочим, да. Квалах, да. ФКС, а, там все дела, да. Триуш — это его лучший друг, типа, они вместе все время играли. Okay. Типа, ты знаешь всех пятерых, но делаешь вид грамотный, что знаешь только Седова, потому что он батя. Окей, ладно, спалил меня. Так и быть. У нас Винга, Абадон, Дарк Виллоу пока что от команды. Ну, судя по драфту, они немного фанятся, потому что... Ну, что за Винга, Абадон, Дарк Виллоу? Это же не работает. Не знаю, я так понимаю, саппорт Винга какая-то... Или кэрри Винга. Ну, если быть честным, кэрри Винга мне, наверное, даже больше нравится, нежели саппорт Винга. Ну, то есть... Не совсем понятно, насколько она может быть полезной вот так вот на линии. Да, стан есть, но там тычка не самая большая. И с полезных вещей только, наверное, ульта да свап еще. Не, у нее сверхполезный это прирост статов, и поэтому на левеле она хороша. Но вот этот левел, типа, надо получить, и тут чуть ли не в мид тогда надо идти. Я пробовал. Я, кстати, классно сказал, ульта плюс свап, нормально. Конечно. Так у нее же два свап теперь. Все верно. Ворвался, говоришь, парни, у меня КД, мы не деремся, идешь фармить дальше, типа лучше кэрри. Да, но снизу пока все, в принципе, нормально. Мирана, Crystal Maiden, Faceless Void сегодня крайне часто появляется, да и вообще в последнее время популярный кэрри. Все работает должно, интересно, что будет дальше. Там по корам, я смотрю, прошлись Гамбит от Фрейс Кинга, избавляются от Сларка. Ну, а тут у нас Снайпер и ОД. Вот такие интересные баны, на это, так понимаю, от центральной линии. Избавляются Flowers. Ну, по чуть-чуть, да. Пики. Ты причем посмотри, против Flowers все, абсолютно все, банят Бруду, иногда банят Хускара и так далее, не паря. И вот, первый раз, кто не забанил Хускара, получите, распишитесь. Ну, блин, на самом деле, Хускары, которые последний раз я видел, это были Хускары, по-моему, на квалах на ESL китайских. И там было два Хускара. Хускар, который пошел в мид, проиграл игру в салат. Но Хускар, который пошел в следующей карте на кэрри в легкую фармить, выиграл эту игру в салат. Вот. Здесь, я так понимаю, на мид все-таки отправится. Да, у нас тоже где-то был либо на Дримхаке, либо на ESL Хускар. Я не помню, что он сделал, но он был прикольный. Типа, много чего выфармил, где-то ходил, там играл в армлет и все прочее. Было приятно посмотреть. Давай глянем, как здесь. Потому что, ну, много вопросов по тому, как, во-первых, Хускар дожил до второй стадии, если все знают, что они на них играют, это раз. Во-вторых, ну, это же прикольно, у тебя Хускар, которого нужно будет пробить под Абадоном, под Вингой, то есть куча свапов, минус арморов, захилов и всего прочего. Я вообще бы ставил, на самом деле, Хускар и Абадон на одну линию. Вот что-то такое. У тебя очень мощный Хускар и Абадон, который прям вот тратит всего себя ради протекта. Да. Ну что, чем отвечать Гамбит будут? У них все еще актуальная вакансия оффлейна и, я так понимаю, мидера.
Ну, скорее всего, сейчас, скорее всего, сейчас, так. Скорее всего, оффлейн, да, должен появляться, по идее. Сегодня из таких вариантов... весь день берут Скорпиона под потму. Ну, неплохо, а может, Кентавра какого-то? Ну, Кентавра ни разу не берут. То есть, все берут Скорпиона. Сколько игр сегодня было, вот я сейчас смотрю, открываю, значит, Ликвипедию, открываю группу Б, смотрю, значит, ПГ Нави, Скорпион, ну и в первой лан его не было. Но там не Кентавра тоже не было, там был Найтсталкер и Магнус в оффлейне. 178 и Скорпион и этот Омнинайт. Вапиросы взяли. Прикольно. Ну, это на центральную. Это как бы контра Хускару прямая здесь. Здравствуйте. Это, ну, сколько-то, плюс... сколько-то контра. Ну, опять же, Хускар. Ну, минус пассивка, как минимум. Это так, но Хускар просто, опять же, главная проблема для Вайпера, что он может не пойти в мид. И что делать? Ставить его в оффлейн, типа ставить. Я бы его отправлял все равно в мид. Можно оффлейнера ласпиком добрать себе. Почему нет? Опять же, если вдруг каким-то макаром игра еще затянется на лейт, то там Вайпер вообще очень много проблем доставляет. Берешь свои лужи как минимум. Не, лужи очень неприятно на 25-м левеле становится. Ну, я и про это говорю. До нее еще более-менее. Тут именно проблема в том, что ты берешь Хускара и берешь ему БКБ, например. Все, и как бы здрасте. Вот у тебя Вайпер кидает тучку, а ты такой, типа, лол. И тебе плевать. Такая опция тоже может быть, и в данном сетапе, то есть это как бы не полная контра, и поэтому надо смотреть, кто больше выформит, как лучше постоит. Если у тебя банили каждую игру этого человека, этому человеку Хускар, возможно, он шарит, как это работает. Ну что, от Тайда избавились, по итогу у нас Flowers, и последний бан остается для Гамбит. Им нужно избавиться, ну, скорее всего, от Кэрри. Я уж не думаю, что Винга будет кирировать. А вдруг? Ну, тут никогда не угадаешь. То есть я не знаю, насколько они замотивированы играть серьезно, или я не уверен, что это не их заготовка. Но на всякий пожарный, я опять же спрашивал Барабан, не готов ли он ворваться в войс, пояснить, если что. Он сказал, что не против, если они выиграют. Окей, хорошо. Так что, возможно, заглянет, если они выиграют. Можно. Но, окей. Ну, хотя бы, наверное, нужно договариваться было, если они проиграют. Не, ну я спросил, типа, не хочешь ли он потом ворваться, просто пояснить, что как. А он сказал, что если на русский перевести, то если они всем проиграют, типа, не очень хочет. Окей. Так, Лайкона забанили, Гамбит. Ну да, Лайкон, ну, я правда не знаю, насколько сейчас он на профессиональной сцене смотрится хорошо. Да, достаточно, но... достаточно. В пабликах-то очень силен, особенно с быстрым аганимом сейчас, то есть, типа, доставляет. Сегодня Китай много его брал. У нас кто-то сегодня играл, нет, у нас нет, только Китай сегодня был. С Аликантропом, но тем не менее. То есть, ребята в паблике просто, видишь, играют обычно на хайрейтинг всякий раз, там, аганимы, доминаторы, а здесь все-таки предпочитают либо боевого, либо там с никнейм иконом, с чем-то таким бегать. Немножко разноплановые получаются ликантропы. И некоторые заходят, некоторые не заходят. Ну, вот он в итоге Скорпион все равно появляется, но чуть позже и не за ту команду. Угу. Ну и последний пик остается для Flowers. Ну какой-то нужен хороший кэрри. Какие у нас варианты еще есть? Джиггернаут какого-то взять? Может быть, Найкса? Да они все против Вайда типа плохие. Ну, типа, сложно подобрать хорошего героя против Аркварда. Ну, блин, да, это, наверное, один из немногих. Но ты хочешь, не хочешь Архвада, но, мне кажется, на легкую отправлять стоять. Его лучше, наверное, в мид. Да, ну, ты Хускара, и Хускара в легкую, все, перфекто. Да, да. Во, тогда вариант, я просто как-то, знаешь, что. Ну, мне сразу просто не очень нравится Хускара вариант против Вайпера ставить. Потому что ты стоишь, у тебя из хелпы лоу-рейндж скиллы Винги, и, ну, там, ладно, Дарквиллу плюс-минус. А у противника в подмас стрельнул, попал, а ты там линию проиграл. Потому что если здесь, как сказать, Вайпер хотя бы чуть-чуть задоминирует над Хускаром, он его потом не отпустит. И в этом проблема, то есть обязательно нужно хелповать будет Хускару в центр. И проще поставить реально его в легкую, а отдать кого-то другого в мид. Вот так, вот Нага Селена появляется. Нага. Интересно. Была у нас Нага от команды Virtus.pro, последнее, что я помню. Было, смотрел, не глазом. Вопросов очень много, ответов все еще мало. К этому билду, например, тоже. Короче, у меня была игра на ESL от одной из команд, которая после первой карты просто ревнула, не стала играть вторую. И у них там играл чувак, у которого в никнейме было типа еще команда. Вот здесь у Уша тоже. В конце Looking for Team, позиция 2. Каково играть, когда у тебя лидер ищет команду? Ну, фанец, по крайней мере. Но, опять же, это экспириенс в любом случае. То есть, даже если ты там... Да ну, не, знаешь, не. Я барабаны проспрашивал, типа, чё, как? Они же вместе 100 лет играют. Ага. Возможно, они даже вместе ищут новую команду. Может быть.
Не, ну я к тому, что, возможно, расценивают это, знаешь, как временную работу. Зачастую, ведь, пока парни молодые там идут, там всякие в реале МакДак работать, пока там учатся и ищут новую получше работу. Так же, может быть, и здесь. Почему бы нет? Ну ладно. Нага интересен будет у этим билд. Вот, например, сегодня Epileptic Kid собирал там себе Shadow Blade. Silver Edge прямо сразу. Silver Edge, да, и не совсем никто не понял, зачем. Вот, до сих пор. У тебя топ-1 рейтинга? Нет. Ну вот, вот поэтому, и все. Да, поэтому я завалил. Но мне сегодня сказали, что топ-1 рейтинга ничего не значит. Вот, ну хорошо, он трижды в топ-100. Ну, типа, мне сказали... Ну ладно, сказали тоже, что ничего не значит, типа, это фигня. Типа, на просцене это рейтинг... Да нет, понятное дело. Не, ну просто это как минимум показатель того, что ты много играешь в доту. То есть я очень много читал, знаешь, этих разных мнений о том, что многие ребята, которые чего-то в доте добиваются, ну, они потом в разы меньше играют, чем когда они этого добивались. И по итогу у них из-за этого в том числе случается просадка. В скиллухи и так далее. Они именно вот где-то не перестают доигрывать, потому что сыграли там на 10 пабликов в неделю меньше, какой-то лайнап не потестили и т.д. и т.п. Да, ну и все еще было впечатление. Я знаю, почему мы сейчас про ВП говорим вообще, но в целом это, наверное, самая популярная сегодня тема. То есть, типа, что Нага была на роли четверки, потому что Нага всегда находилась в том месте, где, по идее, должен был находиться Кентавр. На Кентавра все время фармил в том месте, да, и сплитпушил. Вот, так Ваня с Фабью говорили, что рассматривали много вариаций, чуть ли не Нун, который будет там свапать роли на кэрри там и так далее. Много чего будет. Ну, типа, по такое ощущение, что, знаешь, Резолюшн не отвык от своей роли. А, типа, вот когда только объявили Резоли, я же первое, что сказал, что очень странно будет видеть его на позиции номер 3, ну, когда ты видел игрока на 7 лет, играющего на жадной позиции 1 или 2, причем играл везде, как 4 плюс 1, то есть все на себя. И у формислоты только потом пошел драться. На Морфе, там, на Разоре, на чем угодно, на всех героях. И здесь его сажают, ну, на каком-то врыватора. Я смотрел первые пару дней, когда они играли паблики, почти все, что было. Смотрел вот одним глазом сегодня вот эту игру, и вот действительно не доврывается пока еще, но они и сразу... И в драках его вообще практически не было. Вингу зажали, проелся, но я думаю, что вряд ли отпустят. Так, Боунтоси, главное, неплохо. Рабан это успел уже три баунти руны для Флавер, там в это время забирают... Ну, Вингу ту самую. Да. А здесь у нас Дарквилл дерется с Дримом. Дрим. Седой, начинает грызаться. Брамблбейс... Пассивочка 4 сейчас будет, да. Не догонит уже. Это неприятно. Кстати, вот видел пару раз Абадонов, которые, знаешь, стоят с линии, не делают кучу вот с третьей позиции таких сэвич-артефактов. А фейзы, там, дагер какой-нибудь, мом и все прочее. Башрок. И просто прыгает, садится на лицо. И урон настолько много, что не можешь его игнорировать. А драться не можешь, потому что у него ультимейт, но все равно тебя перебьет. Так, ну и что у нас получается? Действительно, Хускар в легкую отправляется. В миде у нас будет противостояние Наги. Против Вайпера. И да. Ты мог видеть такой лайнап один раз, когда на Тейл пришел против Дэнди. И обдинайл его там 27 крипов на 4 минуте или что-то такое. Именно динайл было столько. Там левел формата 2 против 4. Просто в рамках этой линии очень тяжело будет, будучи вингой, вообще не умирать, харасть и все прочее. То есть Патма одна, наверное, справилась бы с ней. А здесь еще Скорпион. Если где-то далеко вышел, тут же подкоп, тут же стрела, ты умер. Так, ну и на топе. На топе у нас Абадон при поддержке Дарквилла. Здесь у нас помогает СМК фармить Дриму на Войде. Окей. Хотел на рандоме только что стрелу в арене Патме, но не получилось вампира это сделать. Вот еще в том году видел его в Тюмени, а теперь, видишь, в Гамбитах играет. Неплохо. Ну, то есть, это знаешь, это к разговору почти, про почти то... Почти позапрошлым он был там на KFC, батле и так далее. Да, что... это к разговору про то, как многие молодые парни подходят, вот, типа, ко мне на Игромире двое подходил, спрашивают, как попасть в киберспорт? Вот, играй, я говорю, на аматорских туриках всяких и так далее, показывай себя. Ну, на самом деле, правильная опция просто много играй, то есть, берем того же эпилептика, вот, или там сейва, пожалуйста, занимаешь того пуладера, тебе пишет Virtus.pro. То есть минуешь в стадию Гамбита с Гамбитом Нави, с Нави Virtus.pro. Мне вообще интересную историю рассказали, что типа эпилептика же кикнули из стака Алохи. Да? До того, да, за неделю две до анонса, что он будет в ВП. Типа я говорю, сейчас, если он еще заиграет, я говорю, как будет обидно Алохи, что он кикнул такого парня.
Ну, возможно. Но тут никогда не знаешь наверняка, когда вот эта химия случится, когда он заиграет. Потому что он может заиграть с тобой, а может с тобой никогда не заиграть. Да, в том-то и дело, да. Об этом и был разговор, что, да, я говорю, далеко не факт же, ну, не я говорю, по-моему, это просто обсуждали. И встал вопрос, что далеко не факт, что он заиграет вообще с ВП, и уж тем более заиграл бы со Стакомалой. Просто берем тех же ОГ, вот они сколько там вот с Флаем, да, вот сидели... Большие мажоры все выиграли, потом был большой же спад, пока не посвапали немножко. Анатон. Добрали себе. Пересадили на Тейл, на саппорт. И вот тебе, пожалуйста, снова. Вот химия образовалась, играть получается и так далее. Да, ладно, это все, конечно, замечательно, но у нас тут как бы... Ну, они у нас пока фарм-зона такая, просто все аккуратненько. Можно о них немножко поговорить. Хускар пока что 15-4 на линии стоит, его тут пытается на лоу-хп постоянно держать Мирана, так скажем, напряжение. Хотя Хускар, в принципе, довольно стоит на лоу-хп, у него пассивочка стакается, чувствует себя хорошо. Самое главное, что фармит. На топе пытаются напрягать как-то Войда, но у Войда пока что снизу нападение на... Узкая прям подвышка, стрела, вот это вот все. Ну, в подкоп, но не пробивают. Не пробивают, сложно, как по регенам хватает. Сложно пробить, да, очень хорошо. Да, пока еще вроде бы и нет, пассивка-то небольшого уровня. Первого. Пока что первого. Вот сейчас получит четвертый левел. Пассивочку возьмем, взял. Да, в два, и все. Тут же 10 хп регена прямо лишнего. Угу. Из ниоткуда. Еще взял себе два брейсера из двух перчаток. Теперь у него повышенный макрезист, и комфортно будет на этой линии. Да, фласочку еще отпил, восстановил немножко хп, и нормально. Там, конечно, Шачло забегает пока что за тавер, будет на себя пули здесь агрить крипов, чтобы просто пушилась линия. Ну, нет, он сейчас станет песочек через 3 секунды и просто всех убьет. Ну да, он пачку заберет, я имею в виду, чтобы линия запушилась в сторону Хускара. Но Хускар по таврам уже должен без проблем, я думаю, ласхитить. Да, это вообще не стесняется. Неплохо так там Миранна получала по лицу. Но Шачло здесь очень вкусно зафармил все это дело и... Финиш. На топе тоже продолжается у нас месиво. Сидоу достаточно сильно пробили. У него есть, конечно, два стака. У меня дот повисло. Бывает. У меня периодически комп зависает. Да, комп-то комп. Сейчас я просто перезайду. Я про то, что минус картинка на стриме. Ты пока рассказывай. Аудиодот это лучше, чем никакой доты. В общем, Сидоу пробили, но у него 7 стаков. Базилочка имеется. Захилился, щиточек на себя второй накинул. Начинает наглеть. Окей. Шачло продолжает свое похождение между товарами. Продолжает пулить крипов, отводить их в лес, фармить. Здесь у Сэн Кинга просто хорошо. И можно сказать, что пока что 2 из 3 линий, наверное, выиграны в салат. Потому что мы видим, что и в миде оставили одного ГПК. Его никак не напрягают, у него есть врейсбенд, у него есть брейсер, ПТшка, еще целая фласка непотраченная, он уже начинает толкать линию, ломать Т1. Да, но я грамотно ворвался прямо под баунти руну, в итоге счет по ним пока что 2-1. Но, скорее всего, вампир заберет вторую после того, как будет вингу. Сейчас винга еще погибнет, возможно. А может не погибнет? Шрайн! Вовремя прожал шрайн. Так это он делает, что уж нажал на себя пораньше, просто вингамин проходила, удачно, что успела подойти. Тайминги сложились так, что повезло. Да, но в итоге живет, и Хускар левел 5. Взял стрелы в 2, решил, что пока регена хватает. Да, окей. А, 2 брейсерка я видел уже. Наличие есть у Хускара, да, продолжает. Да, погода дальше сразу армлет. Угу. Без напряга. Вот нет же какого-то аппарата, который сильно бы ему жизнь портил с этим армлетом. Поэтому почему не собрать? Но раблетка крайне популярный и полезный для Хускара артефакт. Войд потратил фласочку там тем временем на топе еще на себе. В миде там что-то Нага отправляется в чужой лес вообще. Или интересно, что да, да, пока шел в центр получать экспу, сейчас ловит стрелу, успел нажать. Нет, среагировал, уже чуть будет. Вообще... Нага, я так понимаю, будет крип скипать, да, она между товарами встала, сейчас будет иллюзии призывать и забирать пачку крипов. Там в центр прилетел барабан, сейчас может быть будет какой-то пытаться сделать движ. Пускать ветер, может, начнет, но... Ну, пока не, непонятно, да. Ну, не, вроде что делать, на самом деле. КПК лоу хп, на самом деле. Он сейчас наловит копии и может... Нет, успевает улететь. Все, надо пойти вышку с динай, там 70 хп осталось. А может быть, стоило... А, там не... Так, еще у меня все сломалось сейчас. Что случилось? Ну, этот дота, короче, конфиг... Я понял. Все. Сейчас сформулирую идею. Короче, одно дота, когда отдаляешь камеру, потом едет обратно. Сейчас я... Я все вытащил себе, сейчас все пофиксил. По идее, должно работать. Так, ну, кстати, в миде была ситуация довольно опасная для ГПК, но почему-то Хускар не прокачал ультимейт. А у него был левел 5, он 6 только что получил, то есть он не мог. И вот увидел сейчас потму, уже был с ультимейтом, уже ворвался, а в центре еще нет. Прямо там был 5, прямо там добрал 6.
И в итоге их вроде все не так и плохо. Ну, не знаю, преимущество пока что растет за Гамбит, уже 2000 золотых. Если посмотреть на нетворс, Хускар, конечно, имеет там равный нетворс Наги, но у Вайпера побольше, у Сенкинга тоже все замечательно. У Войда, конечно, не так хорошо, но он не сильно далеко отстал. Сенкинг, конечно, супер богатый получается. Два брейсера, продолжая здесь выпуливать крипов, ему никто не мешает, и шачло такими темпами очень быстро обрастет артефактами. Да, но тем не менее, Нага вот эта вот, которая зашла за все вышки, сейчас двигает сразу и лес, и чужую линию. Ее тяжело же поймать. Хотя, может, и не тяжело, как-то он пропустил. Да. Так, сон. Стрела сейчас будет. Будет стрела. Да. Ну и пока. Пока-пока. Ну, надо пусть 50 давать, чего нет-то. Ну, да. Хороший был фраг, причем он, по идее, не видел. Потому она была слишком далеко, не мог ничего сделать. Так, шачло, в гости пришел у нас парень на винге. Он не может особо помешать, хотя вот с друзьями. Курсит краун, Хускар здесь, просветка имеется. И... 2-3, да. Ну сюда, там слишком много копий, можно паксить. Ой-ой-ой! Шачло с собой еще могилу забрал вингу, неплохо. Не просто так разменялся. Подожди! Подожди! Шачло добил нейтрал! Это новость, это так. И 0-4, и он вы... О, понятно. Все понятно, так. Слушай, вот это просто, я не знаю... Ну, гений доты, да. Гений доты, я не знаю даже в какую сторону склониться, но это невероятно круто. Я почему-то думал, что Хускар сделал фраг. Да, это приятненький бонус сейчас еще сверху для команды Гамбит. Конечно, Нага продолжает тут выфармливать. Мы видим, что скоро появится ПТ-шка 3. В Рейзбенда тоже имеется, чисто на статы. Но к Наге опять в гости уже идут. Да, ФНГ здесь. ГПК здесь. Вампир тоже на месте, как говорится. И здравствуйте, Нага. До свидания, Нага. Нагу прям душат по карте. Внизу в это время что тоже поделать? Драка. Ну, там должны барабаны, по идее, задушить, но не хватает. Но в этот раз шашло в этот раз не удастся, конечно, заденается. Идея была правильная, но видишь, его этот первый спел выкинул просто с песочка. Угу. На топе. Когда это дело ввели, как раз таки брали медведя, потому что он рором выгонял скорпиона из песочка. Здесь на топе имеет. Очень больно седому, есть щиток еще один, хроносферу не стали тратить. Все, да, кстати, есть. Прикольно получилось, потому что он... Сейчас у нас убила Патма Вингу в соло. Я про то, что ты, когда хочешь по тучке вайпер, у тебя автоматически не включается ульта Бадона. И, следовательно, он потратил хп лишнее, но в кулдаун ультимейт не запустил. Потому что, ну, все ок. Просто выжил. То есть мог нажать все руки, а мог не нажимать и... В итоге не выбили. То есть в теории, если бы была хроносфера и тучка вайпера, его убили. Да, могли бы, конечно, убить, то есть он ничего не нажал. Да. Я про это говорю. Но решили не тратить, видимо. Приберечь, но потом вдруг какая-то драка еще будет. Окей, Дрим тут продолжает толкать линию внизу. ПТ-шка у него имеется. Без мида сыграет. Сразу будет быстрый молнии выходить. Пока, по крайней мере, тут сюда прилетает Седой. И у Седого вот, проблем. Вот, вот она, хроносфера. Не, можешь нажать сам. Да. Без сайленса он это и делает сразу. Стан неплохо. Минга перетянул и страхует пока что здесь ФНГ. Да, вот и барабан. Здорово, вайпер. Брамбл Мейс работает, но, кстати, барабану больно. Спасает пока что Энерфайр ситуацию. Но и теперь ГПК могут забрать. ГПК начинает месить, ГПК стики прожимает. Нет, все-таки ГПК живет до конца, погибает. Так барабан один раз ударил, зашел в тучку, и он просто не мог ударить второй раз, потому что слишком медленно. Все слишком медленно. Так что хотя бы Гадама. ФНГ тоже забирают, но в это время Дрим тут дерется до конца. Стрела пролетает мимо, забирает вингу, и можно попробовать подцепить Дарквилл. Дарквилл прячется пока что в Shadow Realm. Динается Седой и... Левел 7, Венга, этот Дарквилл, кстати, мог сейчас завязать еще попробовать Террорайз, выгнать Вайда обратно под вышку и там, ну, дать дэмэджа. Ну, как итог, надо посмотреть, что у нас получается по рекапу. Ну, чуть, ну, я бы не сказал, даже чуть больше, солидно больше здесь в этой драке выиграли, конечно, Flowers последний. Учитывая, что у нас еще и Динай был от Седова. Так, окей, 4-8, 4000 преимущества все еще за командой Гамбит. Армлет уже готов у барабана. Ждем активности каких-то, наверное, от него. Сейчас он подойдет, плюнет вайпера, переключит армлет и умрет от пассивки. Так, у нас нападение в это время на ФНГ. ФНГ погибает, соло-фраг в итоге от Дарквилла. Улетит стрела не погадает ни по кому. Закставали ультимейт, в страхе пока что бегает ГПК, Брамбл Мейс лежит, трудно через него вот так вот пройти, в итоге Гаддем выживает, и это безответный фраг. Хорошо.
Нага продолжает фармить леса. У Наги уже почти Яша готовы. Пока что дефазов не будет. Будет играть именно через Манта Стайл. Интересный выбор. Но больше люди, больше проков Риптайда. Почему бы и нет? Вроде как обычно работает. Ну, можно, типа, собрать Яшу, потом что-то другое. И ну, можно и не собирать. Это, значит, так работает. Но типа, делают, потому что хорошая вещь. Ну, да. Внизу. Возможно, будет нападение на Шачло. Шачло пока что в песочке, что по детекшену. Детекшен есть. Way of Hero. Эпицентр. Есть Moonlight Shadow. Забирать в итоге Вингу. И уходит. Неплохо. Неплохой ганг. Приходите. Отлично. Еще. Так говорит, у Винги просто были досты, он его не мог нажать, потому что он мертв. Да. Нет. Так и сейчас ему надо бежать барабану, потому что если он здесь останется, вайпер то с родуфатцем уже. Не, Венга-то нажала досты, но нажала. Да, нажал рановато, да, потому что вторые не можешь нажать. Да, вторые тоже не можешь нажать. И в итоге забирает ее. Да, еще Vision подсняли. Сюда пришел ФНГ. Отличный вард, кстати, воткнул. Который показывает вот все подходы к тавру. Но сейчас, возможно, драка будет внизу. Правда, эпицентра, конечно, нет. Там позицию занимает ГПК также. Удобно. Видит барабана. Барабан. Ее свапают. Хорошо. Слаб щиток. Винга подставляется. Сейчас в ответ может дать много урона в Шачло. Ну, Шачло пока что мансит. Подстанил, правда, своего тиммейта ФНГ. Ротофатос работает, поймали Гаддема, там щиток работает, все это дело снимается, хороший террорайз, очень битый барабан. Ну он опять зашел в эту тучу просто, ее, то ли он плохо видит, то ли еще чего, непонятно. Так я говорю про что туча вообще не дает житья никакого, барабана тут опять приморозили, подкоп по двоим, ульта у Абадона сейчас закончится, барабан играет арамблетом, его еще плюс захиливать седой, неплохо, выживает за счет этого. Еще один ротофатос. Дальше Абадону тяжело, теперь уже ничего нет. Чтобы жить, сейчас будет подкоп, и он умрет. Это минус собой точно, да. А сюда здесь не уходит. Так, ну и тем временем на топе. Войд в это время продолжает фармить. Вообще никакого участия в командных замесах не принимает. Оно, наверное, и правильно. Сюда ему компанию пришел составить, конечно, парень на Наге. Но Яша есть, и уже Риптайды там неплохо отрывают. И с рученьки потом иллюзии под Риптайдом. Как тяжело быть Вингой в такой игре. То есть просто нет ни обилок, ничего. Цем хотя бы пользу приносит тем, что ауру дает. Поэтому я говорю, что Винга только если уж на кэри, то и то хороша. Нет, Винга норм, но вот не под такой стаб героев противник. Немножко тяжеловато именно было на линии стоять. Из-за этого нет левела, из-за этого нет возможности помогать. Так, ну окей, расставили вижен, у нас гамбит пока что в чужом лесу, на топе под пуш вроде бы линии идет, да, работает здесь Нага Сирена, потянулся сюда также Гаддем, и тавр медленно, но верно падает. Будет возможно столкновение, сейчас руны появятся, как раз подловили Вингу опять, Винга тратит руну стар, забирает, нормально. Войд идет вперед, хроносфер у него в кулдауне, кстати, где-то успел там потратить. Есть подкоп, можно просто убить все. Террорайз. Успевает Войд уйти, возвращается обратно и, скорее всего, да, Винга погибает. В это время барабан тут дерется. Вышел из лужи предусмотрительно. Ультимейт неплохой ЦМ-ки, барабан погибает, погибает. Там была вторая лужа. Да. Ну и все, Наги почти вовремя. Все. Теперь Абадон еще нужно бежать, но тут ночь на дворе, Абадон быстрый с фейзами. Его тут трудно будет задетектить, если он сам не выйдет сейчас, конечно. А он вышел. Щит на себя. Левок замедление, Родофатос 12 секунд долговато до следующего. Ну слушай, Синдром все равно неприятный. Вайпер все равно нормально закидывает. То есть он не может нормально подраться с вайпером из-за пассивки и все прочее. Пытается хотя бы помассовать, пока не откатится. Но там так-то бежит также и ФНГ. Да, ФНГ уже здесь, щиточек имеется. Нужно включать ультимейт, окей. А фотик шут, тэп аут. Нормально. Видишь, этот закосячишь тем, что дали и Родофатос, и колбу в одно время. Сможет дать что-то одно и побить спокойно. Несу, в это время поймали снизу. Мирану. Мирану живет. Успевает на Финолипе. Да. Повезло. Урона очень много уже, на самом деле, от Наги. Нага так-то топ-нетворс на карте. И продолжает расти. Проблема в том, что у Хускар достаточно сильно проседает относительно своего оппонента по роли, потому что Войд чуть побогаче. Но и у Войда имеется хроносфера. То есть на команду еще. У Хускара такой нет. Так, в это время на топе нападение на Дарквиллу, но тут Шадоу Реалом и до свидания. Сандрипат попадает стрелой в Вингу. Родофатос, ну все, это смерть. Это можно еще иллюзию было бы убить. Четвертая аура оценки, все. Шмотка перестает работать, больше качи не будет. Никаких красивых эффектов вам. Жаль. Да? Что поделать?
чем-то похож эффект издалека на Warcry Свена. Такой, знаешь. Может быть, чуть-чуть. Ну, типа, да, такой же щитом себя окружаешь, как бы. Ну ладно, это я все. Лирику врубаю. С необузданного, я понял, да. Ну что, манта готова? Внизу будет драка. Ну как драка? Сюда подтягиваются гамбиты и вроде как вдвоем хотят напасть на Шашло. Да, Шашло свапают, он успевает юзать подкоп, сюда летит Седой. Шашло очень больно, он эпицентр нажал, по-моему. Нажал, но не скастовал. Да, что-то я даже такое ощущение, что увидел первый тик от эпицентра. В это время хроносфера забирает мне вингу. Войд пытается еще кого-то ворваться, видит только Седова. Седова залетает стрела. Это будет минус Седой, Седой уже без ультимейта. Можно еще попробовать подцепить Дарквиллу. Да, Дарквиллу поймали, и это еще один минус от команды Гамбит. Еду дальше, видит Нагу. Видимо, хроносфера и Дрим еще хотела Нагу подцепить, потому что он так долго внизу бегал, пытался ее найти, но потом понял, что нету, ее здесь нет. Нет и нет, да. Но в итоге, видишь, у них все получается, все работает. 84 веса, 6-18 счет. На Хускар пока вот, я не знаю, то есть на Фаретон БКБ они будут ли поздновато, потому что довольно много урона будет залетать просто с тычки Вайпера и просто с Вайда. Мне кажется, в этом главная пока что проблема. Слоты это появляются, но поздновато. Так, ну барабан продолжает фармить в любом случае леса пока что. Хочет себе, как ты говорил, БКБ. А, что там у Наги? Нага уже с манта ставил. Дальше пока что не ясно, что себе будет приобретать. Но диффуза, наверное, явно будут не лишними какие-то. Или дальше будет обрастать атами. Возможно будет. Аминга сапнул себя прям в стрелу. Но в итоге даже получилось хорошо. Но теперь так, они будут умирать. Отлично, по двоим отшачло. Даблкил для вампира. Отлично. И можно пытаться подпушить уже Т2 на центральной линии. Войд неподалеку, Войда хроносфера все еще в кулдауне, имеется уже гиперстоун, а значит Мьёльнир не за горами, в это время параллельно толкает линию и Нага по топу. В принципе, возможно, Т2 на Т2 даже разменяют такими темпами. Хотя наверх уже летит у нас СМ, будет мешать. Видит иллюзии, ФНГ. Но она плохо мешает, надо чуть больше, знаешь, там какого-то какого героя, который найдет эту Нагу. Что пока она сидит в лесу, вот, прилетел вот ГПК, говорит, здорово, вот, а ФНГ нашел. И осталось выжить. Нет, ФНГ очень больно. Он стики жмет, ультимейт жмет. А теперь плюс армор, но есть вип. Сон, Нага может догореть такими темпами. Нага, нужно улетать. Нага, летит. Да, успевает. А, стрелил бы ты вов, тебя обзабанили. Что, простите? Ну да, да, они недавно проводили волну банов, потому что ребята делали вид, что они используют слово Нага вместо какого-то другого. А, я знаю, какого. Да. Типа завуалированные, потакани и так далее. Что за бред? И куча народ побанила, прикинь, кто вов стримил. Тут как бы Нага сирена. Не, ну так Вове тоже Наги есть. Да, Наги, это если что, бывшие эльфы. Будем. Ну и все знают, что эльфы это англичане. Да. В миде ФНГ байтит на себе, я так понимаю, потому что сюда подтягивается ГПК, сюда потянулся вампир, стрела. Гипнострела. Попадает стрела. Пятибалочка под хвост, как говорится, в винге. Вингу еще поймали, и винга, скорее всего, до таверны, да, я так понимаю, еще один переводчик. Да, винга прям в тильте, как он постоянно бегает, умирает, там еще параллельно нашли такие, подцепили внизу на сирену, будет там в соло справился. Так, внизу. Внизу Дрим толкает линию, здесь барабан, думает, что делать, решает в итоге улететь на базу. А тем временем, так-то, нежданно-негаданно, я что-то как-то давно не смотрел на этот показатель, Нетворст уже 12 тысяч перевес в сторону команды Гамбит. Ну, недавно было 8. Но они типа идут, здесь двух убили, там двух убили, вот сейчас двоих убили. Иллюзию забрали винги. Сейчас что смешно было, последний раз, когда я смотрел, Винга была 10-й, а Абадон был 9-й. То есть даже настолько было все плохо Абадону, что саппорт Винга, который постоянно убивает, имел левел повыше. Ну и что-то пока что надежда только на одну Нагу в этой игре. Но есть одна проблема. Она есть кому закрывать. Она да, в она в таверне, реально есть чем сфера, если что, да, у команды Гамбит, и как бы Нагу это контрит. Поэтому надежд крайне мало. Будем откровенны. Так, ну что, Т2 почти забрали. Также на верхней линии игроки команды Гамбит. Плюс там внизу пытаются давление какое-то навязать. Прожали Moonlight Shadow. На тупе драка. Поймали Вайпера. Вайпер. Все еще живет. Брамбл Мейс. Войд здесь. Войд уже, я так понимаю, хотел упрыгивать, но не получилось. Пока забрали. Хорошо. Стрела. Стрела. В крипан. Дали слип. Кстати, видит Вайда.
может попробовать его добить, но вот с иллюзиями плоховато и не хочет стараться. Там Мирана, да, в это время Вингу можно было попробовать Войда, если был бы стан, но Вингу очень неплохо отзонила Мирана, и Винга погибает. Есть подкоп, сейчас шло, хорошо. Нагу сирену подкопали, стрела летит, Нагу уворачивается, Посейдома тоже она не попадает. В это время ультимейт от ФНГ, неплохо, но Шрайн, хватит ли урона? Есть подкоп, сейчас шло, урона хватает, эпицентр сверху, отлично. Да, забрали, догорело под Нагу. Тем временем вырывает Свербан дальше, убивает, думаю, что ЦМ-ку, хотя нет, не успел накинуть еще пару копий, пытается, идет, он да. Очень хочет. Пуршит Краун работает, барабана бьют, барабан, надо играть армлетом, а там реген для ФНГ, как же он хочет ее. Барабаныч, я предлагаю его не убивать, его можно кайтить, пока его тянуть. Так надо до фонтана довести и там оставить. Да, можно было бы и так сделать. Как будто надо его гладить по голове, типа, и он будет ставить халдиться там где-то рядом. Ну, это забавный момент. Да, ну что ж, ну, он очень хотел, а вот и Винга. Мне кажется, она просто вышла с базами. Это главная ошибка. Да. Ну, что-то как-то все плохо пока что у команды Flowers здесь. Прям очень мало шансов. Не, я понимаю, что их немножко подкосило то, что вот фри-группа, типа, и сложная группа Б. Очень дисбалансно все получилось по итогу, и вот... Да, они в группе Б. Ну, бывает. Находим так, Нагу. У нас подкоп, да, опять на Нагу, и помочь некому, в итоге Винга далеко, не свапнет ничего, минус Нагу Сирену в очередной раз, и мы видим, как сильно она уже откатывается по нетворсам, и как уже сильно врываются вперед игроки команды Flowers. Ну, может быть, Рошан и уже на хайграунд, я не знаю. Может быть, может. Но можно и без Рошана, мне кажется, они настолько уверенно себя чувствуют, что в любой момент в любой драке... Да, там еще Таур достаточно битый, буквально еще пару ударов. Стрела очередная не залетает в этот раз, но залетает Рот Фатос. Я проследил за ней, все. Mm-hmm. Это байт. Давай, грамотный дали. Байт, нельзя подставляться. Байт на конец игры. Стрела в крипа. Поймали Седова. Седову нужно щиточек на себя накинуть, его сразу выбили, пошел ультимейт, все нормально. Хорошо, минус ульта. Правда, кулдаун там маленький, конечно. Хроносфера там откатила, можно врываться. БКБ также имеется у Войда. Смог прям на глазах, по-моему, Винги прожали, если честно. По-моему, спалил. Да им норм. Варбан уходит. Улетает. Взял 10 ДПС на стрелы на 15-м. И нажали ответный смоук, между прочим. Это, видимо, попытка выйти на эти, на баунти руны. Блин, до 25-го бы еще дожить, конечно, там. Чистый урон. Неплохо. Но, я так понимаю, тот и 20-го далеко не факт, что он увидит. Все так. Хускара. Ну что, будет в позиции, но в итоге тут, конечно, никого он не возьмет. Просто баунти раз снизу, то, что баунти руну возьмет, ФНГ, ну, то есть ее-то он и ждал. Хотя вот сейчас. Но... Сейчас видит Нагу сирену. Догадывается, что она где-то здесь может быть. Как поймать настоящую? Ну, как вариант, вот прям сейчас ФНГ. Просто закрыть всех? Ну, типа, вот сейчас да, должен был, да, догадаться. Да, да, понял, кто настоящий. Да, Миракл бы замансил настоящую. Ну, подожди, урон не хватает. Сон? Нет, не успевает. Там уже ручки взмахивал. Ну, там БКБ все равно. Шишка. На всякий случай Дрим прожал. Все нормально. В миде в это время тоже какой-то экшен у нас вроде вмещается, да. Ротфотос, свап Винги, засвапали ГПК. Ну, да, норм. Был Лотос Сорб, пусть Рарайси. Что-то, мне кажется, он даже не понял, что произошло. Опять свап Лотосу. Бывает, понимаю. Пошла стрела. Да. Я вижу очень весело игрокам команды Flower. Поймали Вингу на топе. И, скорее всего, до таверны, да? Шашло тоже здесь. Стрела куда-то пошла, пират вообще в другую сторону. Прям в ФНГ. Он спутался, как у команды, говорит, по привычке. Бывает. Да, ну видно. На максимальном сейчас позитиве, мне кажется, играют игроки обеих команд. Просто по фанчику, как говорится. Но я помню одну команду, которая в топ-2 так, в сезона была. Так, ультимейт барабана. Наверное, на одном турнире также примерно играла, фанилась, но всем не понравилось. Ну, да, это правда. Ну, тут как бы не тот так что можно сказать, что они учатся у лучших. Так, отступает пока Гамбит. Хорошо. Седой идет в атаку. Седой опасный.
седой. На коне, на коне. Можно его понять. Ультимейт от ФНГ его вытолкнули куда-то далеко. Он еще успел какое-то время покастовать. В это время где-то погибла Нага Сирена. Причем погибла во время ультимейта. Без хроносферы ее убили. Но БКБ барабан. Так, БКБ. Заставили прожать барабан. Он забрал шашло. Неплохо. Сбил стрик. Окей, Дрима пока что контролит, не успел отпрыгнуть на тайм-волке. За Седым продолжается здесь погоня. Седой без ультимейта. Еще один щит на себя. Хускар тоже пока что армлетом не играет, но у него тоже все неплохо. Ну, как бы саппорта забрали, у флейнера забрали, уже норм. Может, это камбэчное начало? Да не. Ну, не. Не веришь? Нет? Ну, пока нет. То есть, Вайда даже близко не пытались трогать. На фулах закончил драку, Вайпер то же самое. Потрегировать Нагу, которая у них должна выиграть игру, и БКБ Хускара на двух саппортов, ну, там плюс-минус саппортов, ладно. Думаю, что это не совсем камбэчное. Так, ну окей, там дабл дэмэдж лежит около Рошпита, в это время поймали Седого, Седой без ультимейта еще 10 секунд, да, Седой погиб. Ну что, по ДДшечку, может, на Рошана? Может, на Рошана. Или и так норм. Их там, правда, вижу, нет, они не знают. Оп, стрела, прям Дарк Виллу. Ну, это на базе. Ну, надо было проиграть. Окей. Ждем логического завершения, я думаю, что уже этой карты потихонечку. Потому что действительно 22 тысячи, ну, сложно отыграть. С другой стороны, как бы, все стороны все еще стоят. Надежды есть, теплится где-то внутри. Ты посмотри счет Винги. Нормально. Что там? Я просто недавно заходил, когда вы с Мейлом играли нормально. В доту. Бесконечность не предел. Заходил, когда вы играли с Мейлом в доту, смотрел ваш паблик один раз. Там была схожая ситуация. Ты говорил другие слова. Я когда вчера играл на Игромире, как бы. Отмывал Майл ЛП? Нет, ЛП Майл сегодня отмывал. Я вчера играл с Хитровым и ребятками какими-то. В общем, там у Войда примерно такой счет был у нас. Угадай, кто играл на Войде. Я, честно, не помню сейчас, какой был счет у Войда, но угадай, кто играл. Ну да, ну либо ты, либо Хитров. Как бы, знаешь, я не знаю остальных слагаемых, поэтому я точно. Я спотным СФом на миде стоял. В итоге я закончил, я проиграл карту со счетом 27-4. Ну правильно, давались все на него. Да нет, я что. Я постоянно так делал, видишь, чем все кончилось. Нормально все было. Проблема была в том, что у нас не было связи, по сути. Слишком плохо все слышно было. Ну, надо было встать, помняться. И настроиться на одну волну, и у вас бы все получилось. А, вот в чем проблема. Так, ну что ж, там Рошан наконец-то падает, забирает его гамбит, разваливается очень быстро. Огонь им есть уже в ГПК, вот сорт мы видели в действии. Мьёлнир, БКБшка, что там дальше будет у Войда? Войда освобождает слот себе под Огоним, под Аегис, и поехали заходить на хайграунд, наверное, уже. Можно баунти собрать, там на 30-й, я слышал, появляются новые руны, вот эти вот золотые. Ну, кстати, под эти баунти, хотят Flowers подраться в баунти. Я такую песню знаю, там тоже баунти. Так, еще руна регена. Так, ФНГ. О-о-о! Опасно! Гинг-бинг. Да. Сколько он убьет? Он сейчас убьет кого-нибудь вместе с собой, там урона столько, что мам не горюй. Все, он выкупился и пошел ломать базу с командой. Ну, так-то команда там уже вовсю ломает. Глиф прожали, перетягивается барабан, перетягивает сюда Седой. Барабан прям пики очень сильно не хватает, чтобы за рейнджом тучки бить в кого-нибудь. Как же он медленно делает под вайпером. Там самое забавное, что ГПК дал талант, чтобы я действовал на постройке. Пайзен атак. Так. Теперь можно пушить с этим. Ну, маманы много требуется. Так, в это время пытается ворваться, да даже врывается Дрим, пытается забрать сейчас Хускара. Хускар кидает Innerfire, забирает иллюзии пока что ноги сирены, продолжает падать строение на базе команды Flowers. Цветы жизни, не знаю, как правильно называется. О, хроносфера, о, привет. Свап, неплохо, сон, еще лучше. Стрела по Седому, неплохо, а дальше что? Надо просто убить всех. Ну, как бы, таймволки обратно, падает барак, сейчас упадет второй барак. Поймали барабана, барабан прожал БКБ, очень далеко выпрыгнул, он отрезан от своей команды, пытается хоть кого-нибудь зафоксить, но его просто инстан лочит.
Он, знаешь, как в этом, в пое. Ему драться, ему нужно бежать. Да, и он погибает. Подкоп отличное шашло, по двоим по диагонали. Нужно делать байбак, наверное, Сидому. Потому что там драка продолжается, пытается забрать Годдема. Годдем уходит Shadow Realm. Да, Сидо сделал байбак, вернулся обратно. В это время шинкует Нагу, и Нага погибает. Байбак, в принципе, тоже имеется. Где обычный барабан? Ну что, все, сдались? Получается, что так. 0.15, 0.14. Чуть-чуть не успела Венга добить. Две красивые цифры, и это 1-0. Самое приятное, что на самом деле нас будет радовать еще второй игрой данные два состава, и мы сможем оценить перформанс, ну, на этих, на 42к перевес на 32-й. Да. Ну, я надеюсь, что реально будут радовать. Ну, чтобы, главное, не расстраивались. Игра была хорошая, то есть на фоне пота, который был вокруг, единственное, о чем я жалею, это то, что сейчас не пойти в батлкубок сыграть, уже поздно. Это да. Это единственное, правда, что меня огорчает. А так, это была шикарная игра, и я получу несказанное удовольствие, смотря ее, потому что не каждый день берут Венгу, это всегда интересно посмотреть на перформанс такого героя в текущей мете. Поэтому я предлагаю отправить нас с тобой на музыкальную рекламную паузу, а потом